Доброго вечора. Це «Національні дебати». Проект підготовлений каналом «UA1» спільний з партнерськими організаціями та вітчизняними університетами. У наших дебатах беруть участь кандидати на посаду міських голів у тих чотирьох найбільших українських містах, де оголошено другий тур виборів. Пропозицію взяти участь у дебатах отримали усі кандидати, які вибрали для себе право боротися за перемогу у другому турі, а також які погодилися дотримуватись наших правил. Ці правила є напрочуд простими, передбачають відмову від агітації та пропаганди, відмову від прямих звинувачень на адресу опонента, а також чіткі та зрозумілі відповіді на поставлені питання. Наш проєкт стартував у Дніпропетровську, на черзі дебати і вибори у Львові та Києві. Відповідні листи надіслані усім кандидатам, і ми сподіваємось на швидку та позитивну відповідь. Ну а нині ми у Миколаєві, сьогодні 4 листопада 2015 року, і я вітаю в цій студії кандидата на посаду Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. На превеликий жаль, інший кандидат Ігор Дятлов відмовився, ухилився від зустрічі зі своїм опонентом, про що урочисто повідомив нас в останній момент. Поза як ми маємо одного кандидата, то наша зустріч, наші дебати триватимуть 4 раунди, 3 з яких будуть тематичними і мають бути присвяченими питанням комунального господарства, питанням безпеки та розвитку міста та питанням культури, спорту та освіти. Я також нагадаю, що нашу програму можете дивитися в YouTube та слухати по першому каналу Українського радіо. Змогу поставити запитання мають користувачі соціальних мереж та представники нашої аудиторії, яка сьогодні складається з студентів та викладачів миколаївських вишів. Ну і останнє. Програма передбачає жорсткий регламент і обумовлює хвилинну відповідь на поставлені запитання. Якщо все зрозуміло, то ми рухаємось далі. Я оголошую перший раунд. Пане Олександре, наскільки я розумію, тіньові батьки цього міста не змінювалися роками. І в мене відчуття, що вони не зміняться одразу після виборів мера. Скільки років вам знадобиться, з огляду на те, що ви не маєте відповідного управлінського та господарського досвіду, щоб зламати тіньові схеми, які будувалися роками? Я думаю, що моя каденция в 5 лет. Я не знаю, будет ли она 2 года, потому что проектом закона о децентрализации предусмотрено 2 года, следующие выборы в 2017 году. Я думаю, что николаевцы почувствуют с первого дня, что у них появился новый мэр. Вы ошибаетесь, когда говорите о том, что у меня нет управленческого опыта. Я уже 10 лет управляю разного рода предприятиями, разного рода коллективами. В управлении городом нет ничего сложного. Уже 2 года я хожу на сессии горсовета и во всякие депутатские комиссии, которые связаны с бюджетом, с ЖКХ. И я уже там внутри, я уже познал это все и не вижу там ничего сложного, что можно изменить. На самом деле все нужно сделать прозрачным. Потому что когда все прозрачно, тогда и теневые батьки будут, как вы их назвали, не при делах. Потому что город будет видеть, чем он владеет, за что он покупает, у кого он покупает и так далее. То есть бюджет и то, на чем можно это замутить. Ну, знаете, наскільки я зрозумів, Миколаїв достатньо жорстке місто. От я поки що не відчуваю вас людину, яка здатна бути жорстким мером у цьому жорсткому місті. Спробуйте мене переконати. Є китайська пословиця, яка говорить: «Если ти слабий, делай вид, що ти сильний. Если ти сильний, делай вид, що ти слабий». Поэтому я пользуюсь цим принципом і не вижу смисла істерити или показувати мускули для того, щоб доказати свою состоятельність. Тобто ви будете сидіти на березі річки і чекати, поки опонент пропливе? Ні в коєму случаї. У нас вже є підготовлена концепція управління міста, яку ми не видумували, а взяли просто за пример інші успішні міста, які ми можемо примінити, і в течение 2 лет миколаївці почувствують змінення в лучшу сторону. Кожен миколаївець відчує улучшення в своїй житті. Ви знаєте, спостерігачі, експерти відзначали достатньо низьку виборчу явку миколаївців у першому турі. І, зокрема, відзначали, що дуже неактивно голосувала молодь. У мене питання, чи можете ви стисло і чітко пояснити, чому молодь знехтувала своїм виборчим правом, і чи є у вас універсальний, от, ефективний рецепт, як залучити молодь прийти проголосувати 15 листопада? Коротко. Молодь, як і більшість людей в місті Миколаєві і, в общем, в країні, сомневается в том, что можно что-то изменить, пойдя на выборы. Но у меня есть доказательства этому. Вот это я. 408 голосов, которые позволили мне войти во второй тур с разницей от действующего мэра,
говорят о том, что в этом городе можно что-то изменить, придя на выборы. Может измениться ситуация, и человек не из системы может появиться и стать городским головой. И мало того, каждый голос важен, потому что 408 голосов – это всего лишь одна четырехподъездная девятиэтажка, которая изменила дальнейший исход истории этого города. И я уверен, что молодежь, увидев это, поняв это, придет на выборы и проголосует за будущее города Николаева, а именно за Александра Сенкевича. Поживемо, побачимо. Є у нас питання від аудиторії? Будь ласка. Можливо, соціальні мережі нас чимось потішать? Маємо запитання від користувача Євгеній Третьяков. Моє запитання. Що ви будете робити з вуличною торгівлею? О, як мер говорить. Уличную торговлю нужно разделять на два типа. Есть уличная торговля – это люди, которые торгуют своими, то, что они выращивали на даче, да? И есть уличная торговля нелегальная, когда машины приезжают и торгуют на улице, зарабатывая и не уплачивая налоги в местный бюджет в том числе. Конечно же, мы будем с этим бороться. На самом деле, с этим должно бороться правоохранительные органы. Но в одном из пунктов моей программы есть пункт о создании муниципальной полиции, которая в том числе будет этим заниматься тоже. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Користувач Евгений Третьяков ставит запитання. Как вы собираетесь решать вопрос с городским транспортом и с дорогами? По всей Украине Николаев называют городом открытых люков и разбитых дорог. Все вопросы и все проблемы, которые сегодня прозвучат здесь в студии, это проблемы маленького николаевского бюджета. На самом деле все проблемы можно решить, наполнив хорошо и качественно бюджет. То, что касается николаевского транспорта, это проблема, которая не решалась годами, и эта проблема, мне очень приятно быть в этом вузе и вспоминать решение задачи коми-вояжера. Для начала нужно понять, что такое пассажиропоток, распределить правильно транспорт, определить, какого он должен быть объема, и правильно распределить маршруты городские. Это было сделано в Виннице когда-то мэром Гройсманом. То же самое можно сделать и в Николаеве. Для этого не потребуется очень много времени. В дальнейшем нужно делать ставку на городской большегрузный транспорт, на электротранспорт и привязывать его к четкому графику, чтобы граждане знали, когда, в какое время они смогут отправиться конкретным маршрутом. То есть... ну, довгоочікуваний міст, який обіцяли побудувати років 15, якщо мені не зраджує пам'ять у Миколаєві. От і ви, якщо станете мером, пообіцяєте, що ви його зробите? Я уверен в том, что я буду добиваться и искать эти возможности в Министерстве инфраструктуры, в Кабинете министров, для того, чтобы привлекать сюда деньги для создания долгожданного объездного моста, который позволит большегрузному транспорту, грузовому, проезжать мимо города и не убивать городские дороги. Потому что сейчас трата бюджетных денег на латание дыр – это напрасная трата денег, потому что весной опять поедут эти машины, опять дороги будут разбиты. Дякую. Еще одно питание, насколько я понимаю, в социальных мережах. Користувач Владимир Борисович. В этом году по инициативе действующего мэра Гранатурова были закуплены чешские БУ-троллейбусы и трамваи. В следующем году он анонсировал закупку БУ-автобусов большей вместимости. Собираются ли кандидаты выполнять обещания предшественника? Как я уже ответил в прошлом вопросе, я планирую расширять автопарк, парк троллейбусный, но планирую и думаю, что нужно заняться новыми автобусами, новыми троллейбусами. Как это сделать, если у нас такой маленький бюджет? На самом деле, один из пунктов моей программы – это инвентаризация, аудит и оценка, независимая оценка коммунального имущества. Город должен знать, чем он владеет и сколько это стоит. Исходя из этого, зная эту сумму, мы можем сотрудничать с европейскими фондами, с мировыми фондами для того, чтобы получить деньги под закупку этого транспорта. Почему мы не работали раньше с этим? Да потому что такие фонды обычно передают транспорт, а не деньги. И предыдущая власть в этом не очень была заинтересована, потому что в таком случае к деньгам нету доступа и, собственно, нечего положить на карман. Нема на чому заробити. Да. Я розумію. Є ще питання в аудиторії, будь ласка. Прошу. Предыдущий мэр нашего города превратил Николаев в Будкоград. Будете ли вы решать эту проблему и как вы это сделаете? Перепрошую, у що перетворив? Будкоград. Будкоград. Так, ходят слухи в Украине, что Николаев... Ну да, я прочитал, что Миколаев – столица мафиев. Да. Действительно, архитектурный облик города оставляет желать лучшего. Но, скажем так, это не от лучшей жизни.
Нужно упорядочить городское пространство, нужно разработать правила, как должны выглядеть МАФы. Собственно, МАФы могут стать вообще архитектурной, даже украшением архитектурным. Но они должны находиться в определенных зонах, должны это заниматься торговлей определенных товаров. И все это должно происходить согласно действующего законодательства, именно легально. То, что сейчас происходит, и то, что происходило с городом годами, считаю, это просто наши городские головы шли на поводу у криминалитета, у людей, которые содержат этот бизнес, прикрывая глаза и говоря о том, что это рабочие места. Там нет рабочих мест. Там над людьми издеваются в 40-градусную температуру, сажая их в будки. Розумію, дякую. В соціальних мережах ще одне питання, наскільки розумію. Поки що немає. Добре, про проблеми транспорту ми поговоримо в наступному раунді, а перший раунд завершимо. Дякую. Знаєте, підтримуючи попереднє питання, хотів поставити ще одне питання. Наскільки я розумію, останнім часом громадський транспорт у Миколаєві практично не розвивався. І фактично місто поділили між приватними перевізниками, і, наскільки я розумію, конкурси проводилися непрозоро. І це така достатньо добра годівничка. У вас є достатньо наснаги, щоб ламати цю історію? Тому що це така трохи мафіозна структура. Людина, яка готова з цим боротися, вона має такий внутрішній стрижень. У вас цей стрижень є? Ви готові вийти і поламати цю схему? Смотрите, я не считаю, что от маршруток можно избавиться в один день. Маршрутки – это всего лишь дань несостоятельному общественному транспорту коммунальному. От маршруток невозможно будет избавиться там, за год, возможно, за два, возможно, за три. Но от них надо не избавляться, от них нужно людей, которые там работают, нужно трудоустраивать на городской транспорт. А схемы, которые там были годами и непрозрачные, нужно просто убирать простыми способами. Внедрением GPS-передатчиков, которые будут, мы будем знать, сколько маршруток выходит, потому что сейчас по договору у нас 20, а на маршруте 5, они забиты. Я не иду к управлению городом для того, чтобы зарабатывать на теневых схемах, в том числе и на маршрутках. Я иду для того, чтобы изменять пространство вокруг себя и улучшать жизнь николаевцев. Поэтому у меня нет личной заинтересованности, и я уверен, она не появится, чтобы на этих схемах как-то зарабатывать. А если я в этом не заинтересован, то я буду максимально от этого освобождать город. Питання безпеки. Сьогодні воно є дуже серйозним, це питання, з огляду на те, що фактично Миколаїв – це прифронтове місто, умовно. Якщо ми маємо на увазі, що воно межує з Кримом, звідки існує потенційна небезпека країні. Відповідно до офіційної статистики, за останній рік збільшилася кількість злочинів Миколаєва, зокрема злочинів і застосування вогнепальної зброї. Мер не має впливу на структури, які відповідають за безпеку громадян, зокрема, там, скажімо, на СБУ чи на Міністерство внутрішніх справ. Як ви збираєтеся забезпечувати безпеку, даруйте за тавтологію, в Миколаєві, з огляду на ситуацію, яка склалася? Как вы и сказали, что мэр не имеет влияния на силовые структуры, но он им может помогать. На самом деле преступность, она не появляется просто так. Мы знаем, что преступность, она появляется, начиная с детского возраста и заканчивая людьми, которые находятся в тяжелом социальном положении, не имея там доступа к возможности заработать. И то, что преступность возросла, это всего лишь констатация факта, что в городе нет рабочих мест, в городе не уделяется внимание детской преступности, образованию детей и занятию детей в позашкольное время. То есть нужно заниматься всем в комплексе. Это система мер, которые нужно применить. Это и освещение, это и создание муниципальной полиции, которая будет провожать людей, которые ходят, просто шляются по городу в непонятном состоянии. Поэтому весь комплекс мер будет уже разработан специалистами, которые идут со мной в команде. Мы это все внедрим в действие и, конечно же, будем привлекать в помощь органы МВД. Дякую. Єпатаня, будь ласка. Питання перше. Якщо можна, представляйтеся. Віра Миколаївна Ярошенко, кандидат політичних наук, кафедра політичних наук Чорноморського університету. Питання два. Перше питання. Переконайте пенсіонерів, щоб вони за вас проголосували. Які аргументи? І питання друге. Ви знаєте, що у вас у міській раді буде тільки один голос, але повна юридична відповідальність за прийняття рішення. І ви знаєте, що в депутатському корпусі більшість – це не ваша команда поки що. Знаєте, перше питання я знімаю, тому що відповідь на нього буде сприйматися як агітація. На друге, будь ласка. На друге питання. Второй вопрос. Хотів би сказати, що
оппонент мой набрал действительно 26 штыков, 26 депутатов от партии «Апоблок» зашли в наш городской совет, но это не 50%, это не половина, это около 48%. Люди, которые заходят туда, должны интересоваться только одним – улучшением качества жизни в городе Николаеве. Поэтому уверен, что они будут голосовать за те решения, которые будет выдвигать Сенкевич, которые не противоречат законодательству и которые не противоречат интересам николаевцев. Конечно, зачем мне с ними бороться? Они должны бороться за город. Поэтому я уверен, что эти решения будут поддерживаться и будут голосоваться. Если нет, у нас до сих пор не принято положение об общественных слушаниях. Если то, что будет предлагать мэр, будет поддерживаться городской общиной, то депутаты, которые находятся в горсовете, будут обязаны проголосовать те идеи, которые внес мэр Сенкевич. Дякую. Є питання соціальних мереж, прошу. Користувач Маріана Немята. Какие шаги примет городской голова по решению проблемы утилизации отходов в городе? И второй вопрос. Если Александр Сенкевич станет мэром города, построит ли он мусороперерабатывающий завод в Николаеве и на какие деньги? Хочу сказать, что действительно то, на чем зарабатывают в мире миллионы и миллионы денег, долларов, там, евро, валяется у нас под ногами и используется, просто загружается наш огромный полигон, которым мусор в нем не перерабатывается. Мэр Сенкевич не способен построить мусорный завод. Он способен найти инвесторов, которые заинтересуют, предложить им, которых это заинтересует. Вы еще не мэр. Там вопрос был, есть ли мэр. Я хотел бы исправить, когда мэр Сенкевич придет к власти, то он, конечно же, создаст все прозрачные условия для того, чтобы инвестор зашел сюда без каких-то откатов, создаст все возможные условия по выделению земли под данный завод и подведению коммуникаций. Мы, пользуясь прямым эфиром, я бы хотел сказать, что Николаев ждет такого инвестора. И уверен, что когда Сенкевич станет городским головой, я буду искать этого инвестора, и мусор из отходов превратится в прибыль. Зараз я згадав, як чинний поки що мер Гранатурови гортав сторінки місцевих газет і там подивився дуже потішну розмову пана Гранатурова з якимось місцевим мешканцем, який казав йому, знаєте, у нас таке красиве місто, єдине, що дуже брудне, на що Гранатуров сказав, але ви пробували полюбити наше місто? Тому я думаю, що миколаївці полюблять це місто ще більше, якщо воно буде трохи чистішим. Є у нас питання за аудиторією ще? Прошу. Доброго дня, Іщенка Наталія, декан факультета економічних наук ЧДУ імені Петра Могилы. Мы затронули вопрос глобальной безопасности, но меня, как любую мать города, волнует вопрос локальной безопасности, в частности, дикие собаки, которые везде, они десятками ходят по территории детских садиков, родильного дома номер 2, потому что их подкармливают на колосе, а также владельцы домашних собак, которые позволяют себе ходить по улице без поводков и намордников. Каким образом вы собираетесь решить этот вопрос? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, бездомные животные являются проблемой города Николаева, которая не решалась не один год. Но у этой проблемы на самом деле есть две стороны. Я хотел бы отметить, что собаки к нам не прилетают из космоса. Их выгоняют из дому недобросовестные хозяева. В первую очередь нужно работать с хозяевами для того, чтобы они своих собак прививали. Они прилетают с космоса. Да, хозяева? Да. Ну, их нужно, как и хозяев, возможно, где-то и хозяев, но на самом деле нужно собак прививать, чипировать и вести их учет. Именно для этого этим функцией может заняться как раз и городская муниципальная полиция, которая сможет, увидев хозяина на поводке собакой, проверить, есть она в учете или нет. У нас не ведется учет непродуктивных домашних животных. У вас пропозиции очень интересные, но не факт, что эти пропозиции найдут законодавчее обеспечение, потому что проекту про створення муниципальної поліції не існує. Це все одно буде ухвалюватись у Верховній Раді. Це просто ваша пропозиція. Ми можемо використовувати общественные громадські формування, которые сейчас уже есть, и работать, сотрудничать с ними. То, что касается собак, которые сейчас уже находятся на улице. Ну, я вот был в Люблине, в самом большом центре по содержанию бездомных животных. Они именно таким способом. За год это не произошло. Но агрессивных собак они оформляли туда, в этот приют. Собак, которые не агрессивные, маленькие, они стерилизовали, отпускали на улицу. Но это при условии, что новые собаки не появляются. А именно для этого нужно работать с владельцами собак, которые сейчас живут дома. Я думаю, що агресивні громадяни є не менш небезпечними, ніж агресивні собаки. На цій бадьорій ноті ми переходимо до наступного раунду.
Отже, третій раунд. Завжди сумно говорити про культуру, освіту, науку та спорт, знаючи, які бюджети закладаються в містах на ці потреби. У мене питання наступне. Ухвалений нещодавно закон щодо декомунізації. Миколаїв – одне з тих міст, де є таке скупчення величезної кількості радянського, те, що зараз фактично визнано протизаконним. Багато хто вважає, що зараз не на часі витрачати чималі гроші, яких насправді бракує в міських бюджетах, на перейменування, яке тягне за собою цілу низку витрат. Чи не вважаєте ви, що на сьогодні для Миколаєва з його обмеженим бюджетом можна цей процес пригальмувати, заощадити гроші і використати їх з більшою користю? Спасибо за вопрос. Я в этом просто уверен. Я считаю, что вопросы языковые, идеологические и прочие – это вопросы, которые отвлекают граждан от насущных проблем. От того, что им приходят платежки, с которыми они не могут справиться, от вопросов того, что они не могут позволить себе купить нормальную еду, их отвлекают на вот эти вопросы. Но это вымога закона. Вы готовы ставить доцільність выше закона? Нет, ни в коем случае. Я готов говорить о том, что в нынешнем бюджете города Николаева финансов для проведения данных мероприятий не предусмотрено. Кроме того, есть такое понятие, как приоритетность. И сейчас есть в структуре города Николаева в тратах бюджета, вытратах бюджета есть более приоритетные вопросы. Николаевский фонд коммунального имущества, он уменьшается, город владеет все меньше и меньше. Есть системы коммуникации, которые изношены на 80%, которые могут привести к краху городскому. Мы должны заниматься сейчас этим. Но не факт, что эти деньги, если вы даже заощадите, за рахунок этих денег будут переобладнувати комунальні мережі, наприклад. Я уверен в том, це что... Це різні... Конечно. Но можно описать приоритеты, и мы их уже готовы, у нас они уже готовы описаны, и деньги тратить согласно этих приоритетов. Переименование улиц и каких-то объектов, оно находится ниже приоритете, чем безопасность и комфорт в городе Николаеве. Суперечлива теза, але я вас почув. Стосовно приоритетів, знаете, мене колись я слідкував з хвилюванням про те, як Миколаївська філармонія намагається знайти своє місце. Спочатку її планували десь прихистити в якомусь закинутому кінотеатрі. Потім була достатньо екзотична ідея об'єднати філармонію та театр, російський театр, наскільки я розумію. Ідея екзотична, вона не прижилася. Філармонія Миколаєву не потрібна, коли вона знайде свій притулок нарешті? Культура в Миколаєві, собственно, существует, наверное, не благодаря местной власти, а вопреки. То, что здесь происходит сейчас, здесь очень много, в Николаеве очень много классной, такой образованной и культурной молодежи. Я, будучи выпускником этого вуза, сам занимался, играли, у нас была рок-группа, мы выступали. Сейчас то, что происходит сейчас в городе с культурой, конечно же, оставляет желать лучшего. Филармония необходима нашему городу, потому что никогда не будет у нас, мы не разберемся с проблемами с преступностью, если у нас будет проблема с культурой. И действительно необходимо найти это уже помещение для этой филармонии, чтобы люди могли заниматься вопросами. Ну, особисто вы, за сколько месяцев вы развяжете эту проблему? Ну так, объективно. Я думаю, что в течение первого года мы найдем помещение или место, где можно разместить филармонию, заложим деньги в бюджет на 2017 год, и в 2017 году мы разберемся с этим вопросом. И пройдут местные выборы. Наступное питание у нас має бути від аудиторії. Будь ласка. Кто перший? Скажіть, будь ласка, для нашого краю дуже важливе питання суднобудування. Чи передбачає ваша програма відновлення суднобудування, чи ми можемо забути про це і сказати, що це вже не актуально для нас? На превеликий жаль, це питання поза межами компетенції мера, це питання державне. Тому... Я готов відповісти на цей вопрос, на самом деле. Ви знаєте, як це зробити? Так. Да. Я хотів би сказати, що Миколаїв славился все время со своим судостроением. К сожалению, события, которые произошли в стране, и приватизация одного из наших заводов, это братьями Чуркинами, которые привели его в ужас, они просто выпиливали этот завод, я говорю сейчас о Черноморском судостроительном заводе. Потом рейдерский захват этого завода господином Новинским, собственно, депутатом из ОПБлока Верховной Рады. И... Давайте уникати тих речей, які можуть сприйматися, далі продовжувати не буду. Хорошо. Значит, когда считаю, что мэр
как человек, который ответственный за свой город, мы можем сказать, что у нас есть тысячи гектаров, которые сейчас находятся под этими заводами, городская земля, которая не оплачивается ни копейки в городской бюджет. И считаю, что городской голова должен быть одним из тех людей, которые должны поднять вопрос о реприватизации или обратно прием в государственную власть этих заводов, в частности, Черноморского судостроительного завода. Можу позичити наснагу у цьому питанні, але обіцяю, що воно не розв'яжеться швидко. Є ще питання? Прошу. Добрий день, Раку Ольга, факультет економічних наук. Скажіть, будь ласка, державно-приватне партнерство є одним із сучасних механізмів залучення інвестиційних коштів в розвиток міста. Які галузі є пріоритетними для впровадження даної системи відносин? Мама. Спасибо за вопрос. Вижу, что вы подготовились. Подготовился и я тоже. Считаю, что державно-приватное партнерство... Вы знали про это питание? Нет, ни в коем случае. Я просто изучал примеры державно-приватного партнерства, в частности, по внедрению котельных, которые обеспечивают некоторые районы городов, в частности, в городе Житомире, для того, чтобы сэкономить на отоплении... на тарифе. То есть данные примеры говорят о том, что можно от тарифа, который мы сейчас получаем, получать платежки на 20-30% дешевле благодаря внедрению твердотопливных котлов, альтернативных котлов. И не передавать в концессию существующие объекты коммунального имущества, а создавать новые благодаря PPP, потом private public partnership, державно-приватное партнерство, а потом их принимать в государственное. А я уже думал, что про блок Порошенко опять. Нет. То есть планируем и уверен, что за этим будущее. Социальные мережи, насколько я понимаю, нас потішат черговым цікавим запитанням. Користувач Ольга Агошкова. Сколько вы потратите своих денег для улучшения города Николаева? Скажу, что... Исходя из моей декларации, я потратил уже в этом году около 200 тысяч гривен налогов, которые я не вижу, как расходуются. Это была одна из причин, почему я решил прекратить и наблюдать за тем, как тратятся неэффективно, в том числе и мои деньги, и решил идти в управление город и изменять ту ситуацию, которая сейчас происходит. Будучи мэром, городским головой, я буду получать зарплату. И на эту зарплату буду вынужден жить. Поэтому персональных денег я не смогу вкладывать. Но я смогу вкладывать то, что есть намного ценнее. Это мой опыт, это мои умения, это мое время. Это время, которое я буду иногда забирать у своей семьи, для того, чтобы сделать жизнь вокруг нее лучше. Сделать лучше жизнь николаевцев. Подюгро, будь ласка. Якщо ми вже заговорили про ваші кошти, я хотів спитати у вас, яким коштом фінансувався друк цієї брошури, яка позиціонує вас саме як кандидата на посаду міського голови, а не як кандидата у міську раду? Да. Значит... Складне питання для усвідомлення. Але я думаю, що ви зрозуміли, про що йдеться. Да, я розумію, о чому говорять. Значить, мої заробітки, вони відкриті. Моя декларация была загружена на сайт, она была доступна всем, она, по-моему, облетела все средства массовой информации. По сумме заработка в прошлом году я занимал один из лидирующих позиций и финансировал свою компанию лично я. И если мы говорим о том, каким коштом, то, конечно же, моим коштом. Мы занимались печатью флаеров, газет, все это проведено через фонд. Этот фонд доступен. Отчет по этому фонду был передан в избирательную комиссию. Тут нет никаких секретов. Я вам дякую, и мы переходим до останнего, наиболее швидкоплинного раунда. Пане Олександре, программа практически добігла кінця. У вас есть остання хвилина, чтобы підсумувати те, что вы сегодня почули. Я могу обратиться к оппоненту? Нет. Нет. Я считаю, хорошо, тогда я расскажу немножко, одна минута. Я считаю, что к управлению этим городом, с учетом того, что у нас уже сейчас в горсовете есть большинство или около большинства оппозиционного блока, не может быть мэр, который будет оппозиционным к действующей власти. Потому что тем самым он обрекает город быть изгоем. Город не может быть оппозиционным к центральной власти. Почему? Потому что
пока у нас нет децентрализации, наш город живет за счет субвенций. Те 200 миллионов, о которых мы говорили, то, что мы получили в процессе децентрализации, мы их получили в виде субвенции. Децентрализация еще в законодательном смысле на 50% проведена, а объединение громад на 40%. Поэтому мы слышим ложь, когда говорят о том, что благодаря децентрализации мы утеплим наши дома, мы сделаем много интересных проектов. Мы не сможем этого сделать без денег, полученных от центральной власти, без субвенций. Поэтому город не может быть оппозиционным Украине. Дякую. А з вашого дозволу теж підсумую. Один мій хороший знайомий, який живе в цьому місті багато років, він сказав, що я йому вірю на слово, що за останні півтора року мешканці цього прекрасного міста багато в чому змінилися. І навіть не тому, що вони змінили свої погляди, а радше вони їх набули, бо вони в них раніше були відсутні, і тільки за останні півтора роки вони усвідомили багато чого нового, і в них з'явилися ці погляди. Мені щиро хотілося, щоб Миколаїв підтвердив це виборами, які відбудуться 15 листопада. Голосуйте відповідно до сумління, а я з вами прощаюся. Наступна зупинка у нас буде Львів. І приємного вечора з каналом «UA1».